То есть мы используем только WarpGate. Мы не строим никого из роба и из... Ну, кроме AppServer'а. Ну, из Stargate'а, естественно, тоже никого не строим. Так, что у нас? Ермо против нас. Затерано. Посмотрим, что получится. Оно вот забавно, когда ребята начинают всякие штуки такие нестандартные делать, получается супер нестандартно. То есть, когда ты как бы стандарт вроде бы играешь, и парень играет какой-то нестандартно, у тебя есть примерно понимание, какие-то действия, которые у тебя будут. А здесь как бы все, варп-гейта нету, а что делать? Что делать, когда варп-гейта нету? Так, это у нас пойдет строить Нексусик. Играем мой 19-й Нексус. Чун-чун-чун-чун. Поиграем сейчас защитно. Попробуем. Вот давайте, раз мы заговорили про доту, да, немножко. Давайте поиграем в доту. Поиграем в волны крипов нашего, получается, соперника. Поэтому нам понадобится экономика для начала. Затем продакшн. Исследуем всю карту на предмет прокси. Давайте в чате всех напишем, что Протус это имба, потому что у него проблемы, Так, уберем лучше Сапаечку, конечно, потом Марика. Все, проксей нету? Смотрите, мы выяснили, что у него проблемы с дилотами. Ну, это... Серьезная тема. И мы будем пользоваться. Мы будем пользоваться слабостями нашего соперника. Как иначе мы можем, в принципе, вообще просить о победе? Надо еще пару сталкеров в минералке. Мы устроим уже. Мы устроим лютую страту. Thank you.
про последнего сталкера. 4 сталкера — это наша оборона будет просто. Давайте первый пока что сделаем 3. Три, в смысле, еще гейта, 3. И 3 зилка еще. Смотрите. Начинается моба. У нас первая волна идет. Первые крипы идут. 4 зилка. Перезилка. Начинается постройка новой волны. Идут все грейды. Сделаем блинк на всякий случай. На всякий случай вдруг понадобится. Это, кстати, тречок прям очень сочненький. Все, волна поехала. Так, повержена соплайка, но... Сейчас у нас другая цель — разбить ему вот эти его заграждения, чтобы наши волны быстрее добегали. То есть повышается уровень сложности сейчас для нашего соперника. Все, нету времени повышать уровень сложности. У нас есть какое-то количество делков, и мы будем использовать его. Итак, погнали, волна номер 2. Вторая волна, заметьте, под броней, как силки прорываются просто. До второй волны дожил парень. Ну вот, смотри, Хоц и Лотф очень разные вещи, да, то есть... Я ж типа по приколу как бы делал эти всякие штуки. Ну, типа, олдскульные билды. Я делал их за проца в основном. В принципе. Возможно, челлендж там за Терана и за Зерга следующий, да, я сделаю, ну, если челленджи там пойдут и все такое. Я это делаю типа в схожей тематике. То есть мы будем делать... Что-то типа там зерк с массобаками, там, я не знаю, да, что-то очень упрощенное, наверное. Хитрый зерк. На этой карте очень тяжело зафотонить, на самом деле. Нормально. Сюда топила.
он очень жестко обудит наши условия на самом деле. Легко зафотонить. Какая дичь просто. Вот так вот просто разобрались это. Как это называется? Ну, по-джентльменски разобрались с этой игрой. Очень по-джентльменски. Ух! Это было жестко. Ну, как бы в игры я пытаюсь играть не за людей, если есть такая возможность. Что за человека я и так каждый день могу поиграть. Вот. Поэтому выбирай Террен или Протасс. Если мы уберем вот эти все факторы. Если ты хочешь просто пофаниться, немножко поиграть. Вот прям вот, типа, давай, смотри. Возьмем так. Вот у тебя есть, например, в день от 1 часа до, например, 5 часов поиграть. Да? То есть, и ты вот новичок, да? То есть раз ты выбираешь расу, ты вот просто новичок. Если у тебя есть... скорее больше к 5 часам в день поиграть, чем 1 час. Выбирай Террена тогда. Да? То есть больше разнообразия будет, приколюх всяких штук. Но тебе придется как бы вложить изначально время именно просто в управление, как бы в понимание рас. То есть если у тебя время меньше, да, то есть ближе к часу, вот, тогда склоняй баланс в сторону уже, соответственно, Протаса. Так, парень играет какой-то ранний пул. Это 14-й, но так у нас там варп-гейтов нету, мы ответим все-таки по безопасочке, зилком. Не спешим. Вот, то есть я бы сказал, вот так вот нужно думать. В общем, плохие разведки в платье. Протасом чисто механически на начальных порах тебе будет проще играть. Вот, если твоя цель как можно быстрее, вот смотри, это в плане того, сколько ты можешь играть. Если твоя цель, ладно, что делает эти, еще что делает? Thank you.
Вот, если твоя цель киберспорт, да, а в принципе, опять же, если ты хочешь, ну, типа, подняться повыше в рейтингах, то тут, опять же, я бы рекомендовал тоже оценивать именно время. То есть, все равно все в конце концов во время ляжет. Это жестко, жестко. Давайте посмотрим, что он там делает. Так, вроде не бабасит. Давайте посмотрим, будет ли еще базы. Очень-очень такой нестандартная тема. Так, это что? Это спорочка. Супер. Спорочка, это хорошо. Сейчас объясню, почему. Супер, супер. Одна кмена пытается сделать врачей. Ну, просто пойдем сейчас вот этим всем в атаку. Сделаем Twilight Forge. Так, ну что, мы подотдались малёху. Сейчас надо докомпенсировать будет. Да, весь продакшн на третьей базе, наверное, это оптимальная тема. Ой-ой-ой-ой-ой.
Не-не-не-не-не-не-не-не. С таким зергом мы драться пока не будем. Так, нормально, уже начали застревание потихоньку. Что, пошли меситься? Не-н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 е. Не пройдете, ребята. Так, решил он это. Забудет. Слабая экономика. О, какой сейв просто! Кто видел вот этот сейв? О, вот это просто. О, какая реакция, просто про геймер. Попотеть.